Мне поступил заказ с Находки, с Красноармейска на Владивосток, курьерская доставка. Я приехал на заказ, но надо было нажать на домофон и подняться на 5-й этаж. Домофон не рабочего была что-то. Я позвонил клиенту, она говорит, ну домофон иногда не работает, я сейчас позвоню маме, она вынесет пакет и принесет к нам. То есть она ждала, то есть во Владивостоке. Потом, ну, бабушка уходит, и, ну, примерно лет 80-85, она вышла с пакетом и плачет, растерянно. Я спросил ее, что случилось, все нормально ли у вас? Она хотела рассказать, но мошенники не дают. Звонит ей каждые 2 секунды, и потом якобы от нее, ну, дочка. Ну, я услышал разговор про деньги, что в пакете лежат деньги. Я говорю, ну, этот пакет я отвезти не буду, как бы деньги. Я говорю, это мошенники, давайте позвоним полицию, там у них все разберется. Потом мошенники обратно звонили ей и сказали, то есть, ну, другого курьера будет вызывать и заходи домой. Потом она заходит домой, я сразу позвонил полицию и ждал, пока, ну, они приедут. Ну, на время ожидания, как бы, я на улице ждал. Другие таксисты тоже приехали. Другого таксиста спросил, говорю, тоже на такой заказ, да? Я ему сказал, что это мошенники, потом он тоже отменил заявку и уехал. Потом приехали полицейские, бабушка дверь открыла, мы поднялись к ней. Ну там на самом деле были деньги на пакете, я потом домой уехал. Но вы себя не считаете каким-то героем? Нет, конечно. Это наш гражданский долг.